Ловлю махом обыкновенную поплавочную удочку. Какой-то гибрид. То есть поплавок служит как бы не то, что сигнализатором, скорее стопором. Чтобы зафиксировать в каком-то положении наживку. Почему ловлю махом? Потому что поклевки практически не видно. Приходится делать частые забросы. Но рыбу покрупнее она отдает в руку, а мелочь она просто садится. Что даже ее не чувствуешь. Небольшой затишок. Ну, поклевку в руку не почувствовал, хотя, в принципе, рыбка-то приличная. Частые взмахи, будем считать, что ловим на мах. Леска опускается в толщу некоторое время, секунд 10-15. Она где-то в одном месте фиксируется, хотя вот так держать в руке неудобно, удочка легкая позволяет, катушка маленькая, легкая. То есть не очень тяжело. Вот этот четко угадала. Это вот. Попробуем со дна, но не на течение. Вот здесь косань большая есть. Ее маленько крутит. Мах. Но это неправильно ловля. Лучше ловить правильно. Мах снизу. Thank you.
красноглазка. Ну, жало.